О, смотрите, началось. Я на работе. Волны, смотрите, какие по асфальту. Случай. Как домой идти? Мне написали, прям хочу ответить, что я показала, что после тренировки идем есть роллы, пиццу. И написали, что ведущая по шейпингу, как ее называют, ну так ее назовем, сказала тоже одной девушке, да, женщине, что после тренировки не нужно есть 2 часа, иначе все возрастится и вдвойне. Вот, но эта ведущая ваша, суть в чем? Что эта ведущая ваша, ведущая, ну ладно, бог с ней, она отвечает, в принципе, просто за то, чтобы показать виды этих упражнений на шейпинге, да? А не за то, чтобы вы похудели, что-то еще делали. Так вот, если вы не будете есть 2 часа после тренировки шейпинга, то к вам калории не то что возвратятся, они от вас и не будут уходить, если вы не поменяете на корню свое питание, свой образ жизни. Если вы думаете, что худеют от тренажерных, вот в данном случае от шейпинга, вы ошибаетесь. Худеет, когда человек пересматривает полностью свое питание и живет по-другому и отказывается от того, от чего нужно. И вот тогда я прихожу. У меня сейчас, я как-то говорила в некоторых видео, прям отдельную тему, поэтому я не делала. Но в некоторых видео говорила, что у меня вообще прям полностью, я сейчас по-другому питаюсь вообще. И вес у меня уходит. Было 60, потом 50. Ну, вообще, когда я была потолще, было 1,67 кг. А для меня это очень много. Прям очень. Ну, у меня рост 60 сантиметров, 1,60 м. И я просто такая, как это, бочонок такой. Потом 60 за последнее время. Потом 59, 58. Не килограммами, конечно, вес уходит. А так, по несколько грамм. Я не загоняюсь сильно. Я вижу, что, да, фигура меняется. И да, у меня другой образ жизни, другое питание. Вообще просто совершенно. А если вы будете есть то, что вы ели, и приходите ждать после тренировки, то есть, получается, вы подождали, а потом на ночь еще а потом на ночь вы поели, да? От этого люди не похудеют. Да, я вас расстрою, но от этого, как бы вы ни вкалывали в тренажерных, от этого люди не похудеют, как бы не хотелось бы, да, как бы добросовестно вы что-то не делали. Вот. Так что нужно менять себя, и тренер говорит, что да, перед тренировкой ты должна поесть. Ну, если ты днем не ела, да, я тоже боялась, как так, мне на тренировку, я не успеваю поесть, обязательно надо поесть. Вот. Так получилось, что ты давно не ела. Ты приходишь, и после тренировки ты должна хорошо поесть, да. И вес уходит, да, действительно. А так это просто привезли доски.
Но пока не тот новый дом будем делать, который строится, а этот нужно. Потом на улице буду. Я просто обедала. Кофеёк сейчас. Буду пить. Сварила супчик из щавеля. У нас щавель прямо здесь вот. Не на грядке растет в огороде, а просто по полю. Дети ходят, его рвут сколько надо. Очень я люблю щавелевый супчик. Очень. Папаня с Дэней будут выгружать. И, ну, хоть что-то будем делать. Не хоть что-то, а очень важное дело, на котором просто застряли. Нужно сделать снаружи этот дом. Иначе и это все портится. Большие. 6-метровые, наверное. Мы с бабушкой на огороде. С козами сейчас не гуляем. Травы им кидаем. Несколько часов. Опять выходные. Думаю, такая, все, выходные. Отсыпаться, отлеживаться. Не то, что отсыпаться, отлеживаться. Куда там отлеживаюсь на огороде? Копала, копала, копала. Там один такой есть кусок. Прям сколько-то метров на сколько-то. Вполне себе такой большой. Ногти все пооторвала. Покрытие я имею в виду. Сейчас осталось-то 3 дня мне до того, как идти на прием, на маникюр. Не вытерпела, когда длинный, не могу. Оторвала это покрытие, но оно уже само отрывалось. И отрезала ногти. Вот. Это я к тому про ногти, что руку показала в кадре, ну, почесалась, и страшные руки обломанные. А может, я не видно? Ладно, я не вижу. Я не вижу, потому что солнце светит. Вот, и мы с бабушкой на огороде уже несколько часов. А эти здесь, они не только вышли, они здесь тоже уже несколько часов. Я хоть показать. А то вышли все, а я так и не сниму никого. И все, пошло дальше. У нас тут работы начались. Меня целый день тут не было. Они леса собрали, ребята. Ну, с папаней. Вот тут наши богатыри. Да ладно, а ты сделай вид, что ты работаешь. Не снимай. Не снимай. Вот они. Раз, два, три, четыре. Папаня пятый. О, как пить охота, я сама копала сейчас. Да, я хочу. Домой неси сейчас это. Я хочу. Мы с бабушкой на огороде корячились. Эти здесь. А может, вы не теряли ничего? Это саморез. Ищет важное задание, ему дали. Они еще только собирают леса. Обрел бы сон до туда. Ворон сбежал уже, а вон он с котиком.
прячется. Ой. Прям от камеры прячется. Ладно, пойду, это у меня тоже дела-то. Вижу. Только оттуда салик и снимай сразу туда. Тихонько уже переносят все. Сюда я имею в виду, с улицы. А вы не представляете при этом какой запах. Какой при этом запах вообще. Вот этих овощей на костре это просто вообще шикарно. Великолепно. Но у нас сегодня картохи нет. В смысле, она есть, картоха, но вчера наварила много макарон. Тут, о, с котлетками. Там и куча котлеток. Я же, как всегда, вчера на двух сковородках жарила. Ну, ничего. В общем, у нас сегодня шашлыки будут с макарошками. То мы обычно с картошкой делаем. Ну, сегодня с макарон будем доедать, потому что там много.